откроет наш турнир поединок, который обещает быть очень жарким, ведь дерзость его участников не меньше их амбиций. Встречайте первого бойца на проспекте сегодня! Латинос Джумали Набиев! Очень вспыльчивый человек и настоящий рубака, неспроста носящий свое прозвище. Мастер спорта международного класса и чемпион мира по рукопашному бою, который начал выступать, не пропускав ни одной возможности подраться в ринге или за его пределами. По его словам, имеет больше 1000 любительских боев по кикбоксингу, ММА, панкратиону, карате и рукопашному бою. Но ему все мало, он жаждет новых испытаний и имеет лишь чемпионские амбиции. Топ-дог! Этот парень сразу запомнился публиками. Но его соперник из сурового Челябинска – железный Алексей Григорьев! Команду Apache Fight, победитель турнира «Стрелка» и боец лиги «Волга» «Урал Файт». Является кандидатом в мастера спорта и чемпионом Челябинской области по боксу. Пришел в голые кулаки, потому что перестал получать кайф от ударов в перчатках. И за этим кайфом он здесь, давайте дадим ему его! Ведь считает, что истинное удовольствие – это когда голый кулак попадает четко в подбородок. Но чтобы получить это удовольствие в топ-дог, надо сперва пройти наш проспект. Давайте еще поприветствуем нашего рефери Алексея Рыбкина в преддверии первого поединка, который откроет наш турнир. Правила не нарушаем, покажите красивый и честный поединок. Все, удачи. Судья. На программу лояльности. Первый раунд! Получайте прибыль, деньги на счет и кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Олимбет для тех, кому всегда мало. Друзья, всем категорически спортивный, пламенный бойцовский привет. Это проспект под номером 15 из Подольска. И первая пара. Джумали Латинос Набиев и Алексей Григорьев по прозвищу Железный. Для вас работаем мы, Роман Мазуров и Денис Ураган Дула. Всем вечер добрый. 21 год и 1000 любительских боев. Как это много. Посмотрим, что... Ооо, хорошее попадание слева. Да, со шагом. Правая ручка на месте уже. Железный идет вперед. Не смущает его опытность его оппонента. Повыше ростом, при этом сам поддавливает. Джумали старается пока что работать от соперника. И отработка по туловищу в исполнении Алексея. Цепляет, да, он там слева, потом продолжает серии по корпусу. Качает корпусом. Нависает над противником Алексей. Прощупывает дистанцию передней рукой. И вот здесь на скачке тоже хороший подхват атаки. И в исполнении Алексея машет на ближней дистанции. Джумали. Провалился, да, Джумали после бокового. Сразу подхватил этот момент Алексей. Не стал ждать. Ну и там как-то с неудобной позиции Джумали получилось пробить откуда-то снизу. Сейчас большая пауза с левым боковым. Влетает Алексей. Заруба. Все верно, все так. Именно этого мы всегда ждем от участников турнира Топ-Дог. Сейчас дистанция, которая выгодна больше Алексею. Мне кажется, что Джумали нужно ее сокращать, идти вперед. И посмотрите, как раскачивает очень так смело и дерзко, я бы сказал, провоцируя соперника на атаке Алексей. Но вот подходить без ударов, наверное, не надо все-таки. Поджимает, проверяет жебом, оттесняет к стене и дальше вперед. Но готов здесь драться Джумали. Разверни! Стоп! Запущенный круг есть. Очень размашисто. Ну и поддерживают сейчас Алексея Григорьева. И пока все. Все хорошо, только сильно заряжаешься. Чуть поспокойнее. Чуть
поспокойнее. Подождешь. Здесь нам быстрее раскачивать. Надо. Ты подождешь. Чуть поспокойнее. Все хорошо. Заряжаешься. Поспокойнее создай, а потом ударь. Хорошо? Он только прыгает. Когда он прыгает, ты подтяжечку и после него. Хорошо? Вот здесь хорошо, с серией ударов пошел вперед. Очень размашен, конечно, Джумали. Хочет здесь ударить посильнее, пожестче, но в результате удары летят по таким, прямо скажем, немыслимым траекториям и достаточно редко доходят до цели, хотя в начале у Джумали получалось многое. Смотрим дальше. Это раунд под номером 2. Снова в атаке Алексей здесь сталкивает соперника. Прям практически по-тайски. Алексей Железный. Да, в основном свои атаки он начинает с боковых. Здесь он выбрал левый боковой для начала. Опять же, Джумали ниже роста, можно попробовать работу на скачке, но для этого надо подготовить хорошо атаку, ногами подойти, и снова будет размен. Хорошо. Зашел на ближнюю дистанцию Алексей и стал там застаиваться, пробил многоударную комбинацию и вышел. Мне кажется, Алексею нужно почаще работать передней рукой. Пропускает, да, сейчас он сам слева. Беспокоит соперника, да, по животу тоже проверил. И вот здесь уже на скачке Алексей сам работает, продолжая владеть инициативой в этом поединке. Готов, готов Алексей драться, нависает прямо над оппонентом, постоянно напрягает его. Поменял стойку Джумали, кстати. Создай по ребрам туда, создай вот эту сам. Хорошо, снял атака и за... ну, удар по лежащему сопернику. Здесь на эмоциях Алексей отработал нокдаун. Рефери начинает отсчет, но последний удар был явно лишним. Был лишним, да, извиняется Алексей. Готов продолжать. Тебе последнее замечание за удар после команды. Делают предупреждение. Решение получает Алексей, да. Нужно, конечно, свои эмоции держать в узде. Вот попытка пробить на скачке то, о чем мы и говорили. Алексей спокойно эту атаку парирует и продолжает медленно качать корпусом, как будто... Хорошо цепляет левым боковым на скачке. Очень размашист, не видит совершенно, куда бьет Джумали, просто опустив голову вниз. При этом попадает раз за разом и снова оказывается на конвасе. Второй нокдаун. И нокдаун достаточно тяжелый. По-моему, здесь будет сложно подняться и продолжить поединок Джумали. Вот опять же, это размахайка. Все, это остановка. Конечно, здесь надо поберечь здоровье парня. У него все еще впереди. Но Алексей показал очень хороший, очень классный поединок. Такой прям он вышел с четким планом на бой. И он его очень точно реализовал. Максимально точно. Очень хладнокровно при этом действуя. Руки у него были где-то в районе поясницы все время. Серьезного не пропустил. Смотрим повторы. Опять же, мы видим собранные руки, да, заходит в атаку, в ответ получает вот этот загребной канал просто от Джумали. Удары летят совершенно, ну, туда, в сторону моря куда-то, да, в сторону оппонента. Алексей четко видел цель, и он ее поразил своими ударами. Два нокдауна, последний стал ключевым в данном противостоянии. Молодец! Я думаю, что вполне он может заслужить свое место в номерном турнире. Ну, или же еще один точно шанс на проспекте. Вот тут уже... Не вынесла душа поэта, не было моченьки терпеть эти побои. До последнего держался Джумали Латинос, но все-таки Алексей был непреклонен. В этом прекрасном поединке, открывшем наш турнир, есть победитель техническим нокаутом во втором раунде. Им стал Алексей Григорьев! На самом деле, так вот тебя на улице встретишь, ты не производишь впечатление такого опасного человека, мне кажется. Расскажи, как ты пришел к этому, что стал такой машиной? Попал вот в зал к Юрию Танких, директору клуба Fight Profi. Он меня за год таким сделал. Год всего занимаюсь. Всего год с нуля? Да. Ты перспективный спортсмен. Какие у тебя дальнейшие планы? Выигрывать, развиваться. Готов драться на голых кулаках? Конечно, готов. Матчмейкер, мы 64 дерется на кулаках уже в следующий раз. Все, ты в следующий раз можешь рассчитывать на кулачный поединок. Возможно, даже на ближайшем турнире. Ну, после того, который закончится в этом году. В целом, у тебя даже и поддержка. Эти ребята приехали с тобой или сразу влюбился?
Ну тогда хорошо, хорошо, что вы так поддерживаете спортсменов. Спасибо вам. Давайте еще раз дадим овации Лехе и вручим под них заслуженный бонус за досрочную победу от нашего партнера Олимбет. Спасибо тебе, Леха. Хочешь еще что-то сказать напоследок? Пацаны, я сюда в долг приехал, вы его отбили от души. Спасибо. Алексей Григорьев, настоящий проспект. Ждем тебя еще и, скорее всего, на кулаках. Так, это наш Джумали. Братец, ты в принципе нормально все было, все показал. Вот мог бы чуть-чуть еще доработать, и бой бы вообще закончился, я думаю, что в другую сторону. Есть что тебе сказать вообще по этому поводу? Может быть, кого-то поблагодарить? Скажи это от себя, пожалуйста. Я слишком переоценил свои возможности в стойке. Я базовый борец. Юрус Паймама. Решил попробовать кулачку. Я думаю, потренируюсь. Попробую еще раз. Если дадите такой шанс. Вот если ты потренируешься, поработаешь над ошибками, я думаю, что организация предоставит тебе такую возможность. Большое спасибо Лиге Топ Дог, также моему менеджеру Юрию Фафанову, Юрию Дмитриевичу, потом человеку, вот, Налимов Владимир, большое спасибо за то, что поддерживает. В общем, все, все, кто за меня болел, я вас подвел, но я вернусь. Обязательно. Все нормально, Джумали, ты на самом деле ты никого не подвел. Ты яркий парень, зрелищно ворвался в наш ринг. Мы дадим тебе еще шанс проявить себя на проспекте. Подготовься и ждем тебя в будущем. Джумали Набиев, ваши аплодисменты моему воину. Спасибо, все переходим хорошо. К следующей паре. Во втором же бою сойдутся два молодых и голодных до побед боксера, которым есть что доказывать и себе, и публике. Встречайте первого из них, Дмитрий Аланский Барс Багаев! Родом из столицы Южной Осетии, города Цхинвал, где дедушка с детства пел ему осетинские песни о подвигах героев давно ушедших лет, до сих пор зовущихся в его сердце. Чемпион Южной и Северной Осетии по боксу, кандидат в мастера спорта, который прямо сейчас, словно барс, запрыгнет в наш славный ринг. Ваши аплодисменты! Против него уже не в первый раз в топ-дог Егор Фрол Фральцов. Боец, пришедший к нам по рекомендации чемпиона Дениса Погодина, представляет город Калугу и клуб «Витязь». 8 лет в боксе, бои по любителям и профессионалам. Начал свой путь в топ-дог с победы на проспекте. Но дебютировав в сене, немного переволновался и уступил в ярком бою учителю. Хотя само действие ему очень понравилось, и он намерен поучаствовать в нем вновь. Бойцы на середину. Парни, внимательно слушайте моей команды. После команды «Стоп» не работаем. Желаю вам удачи. По углам. Букмекерская компания «Алимбет» страхует первую ставку новых клиентов на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Удар». «Алимбет» максимум от игры. Так, поехали, друзья. Без раскачки начинается у нас бой под номером 2. Дмитрий Багаев против Егора Фральцова. Сразу активная работа в клинче. Соперники осыпают друг друга ударами. Также не забывают отрабатывать плечом. Файт! Левша против левши. У нас супермен панч. Снова заруба на ближней дистанции. Пропускают оба. Стоп!
Да, здесь коснулся третьей точки пола Егор, но нокдауна нет, абсолютно верно. И снова размен слева налево, очень опасно. Проверяют друг друга на прочность парни. Ну вот видно, что в работе в клинче пока что голландский Барс прям затаскивает соперника. Он помощнее, низкий центр тяжести, подручнее. Здесь здорово левую руку до цели доводит. И у кого-то великолепный удар в исполнении Егора, отправляется отдохнуть Дмитрий Багаев. Быстро вскочил. А может быть и не надо было, кстати. Да, еще как-то не очень прочно стоит на ногах Дмитрий. Летит сразу Егор дорабатывать. Здесь вяжет в клинче, пытается восстановиться Дмитрий. И Егор старается не дать ему такой возможности. Разменивается Дмитрий, отчаянно сражается. Но видно, что силы покидают его. Работа плечом активная со стороны Егора. Да не нужно ввязаться в это Егору. Лучше отработать это все дело на дистанции. Пока что еще не успел восстановиться Дмитрий. Хорошо попадает слева. Да, нужно разойтись, да. Разорвать дистанцию Егору. Продолжает он бить плечами. Это правильно, но команду, конечно, надо слушать. Обязательно исполнять все команды рефери. Снова заходит в атаку. Но, похоже, Дмитрий... Еще снова заходит удар слева. Длинно-длинно работает левой рукой Егор. Как раз для того, чтобы с точностью, с уверенностью достать своего соперника. И снова заруба на дистанции ближней. Попадает опять левой рукой. Можно пощупать и живот, конечно, здесь по печени. Но нет, идет охота за головой. И пока все. Очень грамотно отрабатывает Егор в ближнем бою. Советы, а мы смотрим повторы. Вот начиналось все со стремительной зарубы в центре ринга. Да, парни активно проверяли друг друга. Вот здесь слева Дмитрий попал, но Егор все-таки потом нашел. Ответил ему тем, вот такой жесткий оверхенд, висок, да. Поразивший Дмитрия. И все пошло там не по его плану. Огромный коэффициент на Дмитрия. Сможет ли он что-то перевернуть за оставшиеся два раунда? Смотрим. Идет в атаку, и снова начинается жесткая драка на этой дистанции. Вырубаются возле нас. Стоп! Бойцы. Пускаем. Непонятно, на руку ли это ближний бой. Раздергивает, раскачивает Егор. Проверяет живот передней рукой. Хорошо на ногах действует Дмитрий. И через живот опять пытается зайти, хотя опять же через корпус. По идее, должен заходить оландский Барс, который ниже ростом, и надо пытаться сокращать дистанцию, в том числе именно так. Сайдстепом неплохо, Дмитрий молодец. Снова корпус при этом проверяет Егор. Хочет драться прям с соперником Егор. Похоже, в этом состоит его наполеоновский план, для того, чтобы просто перерубить оппонента здесь. Ну, готов к ближнему бою Егор. Где-то работает плечом, сам перекрывает оппонента. Да, то есть здесь без каких-либо таких технических изысков, просто кость в кость, иду на вы, что называется. Работа. Вот тактика Егора Фрола. На сегодня, ну что ж, это очень зрелищно, это классно. Здесь откровенно вяжет руки противника оландский Барс. Подзывает к себе Дмитрий, но все завязывается опять. Ой. Очень опасно. Парни в обоюдной атаке идут головами. Да, там был момент со скользящим джебом и встреча головой друг по другу. И вот снова. Вот странно, почему Егор не проваливает. Дмитрий с готовностью идет вперед со своими ударами. Да. И с высоты роста, за счет работы, в общем, Егор вполне мог бы попроваливать, как мне кажется. Вот так, да, поподхватывать атаки. То есть размен — это все, конечно, здорово и классно. Но если действовать чуть более умно, да, то тоже, вероятно, могло бы и получиться. Серина, Устал Дмитрий, и вот этим Егор может воспользоваться в концовке раунда. Снова забегает, пролетает свою дистанцию откровенно Егор. Чуть проваливается сейчас. И наваливает удар за ударом. Дмитрий старается соответствовать, и раунд заканчивается. Тяжело дышит Дмитрий. Слушает сейчас подсказки у своих угловых. Разбит нос у Егора. Да, разбитый нос, как мы знаем, чинит дополнительные препятствия дыханию. Но в целом... Егор, самое главное,
дышит очень неплохо, а вот Дмитрий, по-моему, немного наелся вот этой борьбой в клинче. Пропущенными ударами в первую очередь. В висок в первом раунде. Вот хорошо подхватывает Егор здесь. Подходит к закрытой стойке к нему Дмитрий. Готов работать на Егора на дистанции. В ближнем бою вот здесь вот чуть провалился, но смог собраться и возвращает все атаки Дмитрию. Хорошо перекрывает локтем, подрабатывает левой рукой. Коэффициент растет на Дмитрия. Третий раунд. Смотрим. Третий раунд. Третий раунд. Тайм. Файт. Продолжаю пребывать в убеждении. Надо... Попал жестко, опять же, но может быть я и не прав, да, что может быть, конечно, Егору стоит продолжать уповать на вот эти хлесткие удары в размене, что он чувствует себя здесь комфортно. Столкновение головами там было или жесткий звук? Похоже на то, но опять же, они так опасно друг на друга идут, опустив голову вперед, что столкновение здесь, наверное, будет неизбежно. Сейчас подпровалил Егор, встретил правым боковым. Дмитрий на характере пытается идти вперед, забирать свои моменты. Идет в атаку, попадает слева Егор очень неплохо, но вот опять же, почему все время вперед? Дмитрий сам к нему приходит. Можно же провалить, можно попытаться отработать. И мне кажется, что Егор вполне владеет такой техникой. А Егор показывает, что он может работать и так, и как он удобно. Снова с характером. Точнее, на характере Аланский Барс идет вперед. Пытается здесь что-то изменить, пытается забрать какие-то свои моменты. Через переднюю руку заходит, подготавливая левую. Пытался Дмитрий воспользоваться легким замешательством противника. Смотрит на матч. Отлично. Хорошая двойка. Еще раз. С дистанции, да, Денис? Ну, с дистанции же попал. Оу, сейчас сам попадает Дмитрий. Молодец. Правый сбоку доходит до цели. Держит все удары Егор. Отпускай. Тяжело Дмитрию, мы видим, уже просто валится он на соперника и может упасть, даже пропустив удар чисто от усталости. Вот сейчас как будто услышал тебя, подпровалил, сразу попытался вернуть Егор. Продолжает идти вперед. Очень сложно Дмитрию, 10 секунд, и вот здесь попытается еще и концовку, наверное, забрать Егор, но Дмитрий тоже старается здесь какие-то удары до цели донести. И все. Бой окончен. И тоже предлагал сопернику какие-то свои моменты, какие-то удары. Но в общем и целом, конечно, здесь Егор был лучше. Опять же, с учетом нокдауна, с учетом хороших попаданий, с учетом ударов, которые явно соперника потрясали. Вот у Егора все получалось, когда он работал передней рукой. Вот и часто он проваливался, несмотря на тот нокдаун, конечно, с сильнейшей руки. Вот часто он проваливался, когда начинал атаку своей сильнейшей. Да, и вот как раз чисто забранные эпизоды от Егора были, когда он дернул, показал короткий съезд и тут же атака. И тогда получалось. В этом накаленном поединке есть победитель единогласным решением судей. Им становится Егор Фральцов! Егор, продолжаем. Ну что, поздравляю тебя с победой. На самом деле Егор очень упорно рвался вернуться в наш ринг, показать нового себя. Где-то это получилось, где-то не очень. Все равно близкий стиль ведения боя все еще с тобой. В целом расскажи, хочешь ли ты его изменить или тебе нравится двигаться в таком ключе? Конечно, хочу изменить, побольше на дистанции работать. Большой простой между боями, сами понимаете. Все не давали мне бои. Но я надеюсь, что я скоро вернусь в эту лигу и по кулакам. А так хочу передать спасибо своей любимой девушке. Алина, я люблю тебя. Большое спасибо хочу передать Николаю Наимову за большую поддержку в нашем нелегком деле. Владимиру Наимову. Запутался. А так, еще большая благодарность
бойцовскому клубу «Спарта» и боксерскому клубу «Витязь». Спасибо, пацаны, за помощь в подготовке. А еще недавно с работы уволился, сейчас вообще начну готовиться. Конкретно я тебе отвечаю, следующий бой давайте на сборы съездим. Вот, Юрий Фофанов, мой менеджер, хорошо помогает. Он тоже недавно появился? Да, он тоже недавно появился. Подобрал меня, а то сижу без боев почти год. Сижу без работы. Но мы обсудим после турнира вместе с нашим матчмейкером и твоим менеджером твое дальнейшее будущее, куда оно стремится, и я думаю, к чему-то придем. Да, да, спасибо. Большое спасибо также сопернику. Неудобно с левшой работать. Соперник тоже действительно хорош, сейчас мы дадим ему слово. Ты хочешь еще что-то сказать? Давайте бой в январе, я готов показать. Об этом мы поговорим позже. Спасибо тебе, Егор, ты молодец, ты выиграл, добился результата сегодня. И еще, пользуясь случаем, я вот недавно смотрел, обратил внимание, хочется передать действительно благодарность Владимиру Налимову за то, что он поддерживает спортсменов, но лично его инициатива и... Ну, респект ему за это. Давайте дадим аплодисменты Владимиру Налимову. Володя, спасибо. Егорчик, ну признайся, что у твоего оппонента очень сильный удар справа. Это видно по твоему муху, братик. Все, спасибо тебе большое. Спасибо. Димасик, ты молодец все равно. В любом раскладе ты показал хороший, потрясающий бой, напористый. Скажи просто от себя пару слов, и мы тебя отпустим отдыхать. Но все равно я чувствую, что ты еще здесь побываешь. Всем здравствуйте. Я хочу сказать огромное спасибо организации ТОП-ДОК за то, что дали себя проявить. Я получил на коротком уведомлении. Если еще дадите шанс, я вас буду удивлять. Дима, ты приятный парень. Мне было интересно посмотреть на тебя в ринге. И я думаю, мы дадим тебе еще возможность подраться на проспекте. Ты хороший боксер. Сегодня не пошло. Посмотрим, что будет в следующий раз. Спасибо. Хочу сказать огромное спасибо народу, который поддерживает меня, своей команде. О, огромное спасибо. Всем вам благ, удачи. Дмитрий Багаев. Успеха тебе и тебе удачи, твоей команде, красавцы, за такого воина. Продолжил же движение по нашему проспекту противостояние кикбоксера из Кыргызстана и боксера из Дагестана. Поприветствуем же спортсмена, представляющий кик в этом бою, Максат Абдыкадыров! Чемпион Кыргызстана по кикбоксингу, который когда-то из-за смерти тренера бросил единоборство, но не смог без них и вернулся вновь. Очень хочет пробиться на кулаки и обещает, что не будет легкой прогулкой для любого соперника, так как всегда будет биться до конца. И либо уронит он, и либо упадет сам. Встречайте Макса Абдыкадыро! Ну а бокс в этом бою представит Хачбар Дакаев! Рожденный в Махачкале, но проживающий в Москве, 8 лет в боксе и провел 130 боев, из них 117 одержал победы. Трехкратный победитель первенства Москвы, победитель ЦФО, финалист Кубка России 2020 года, провел 3 международные встречи, в 2 из которых одержал победы. Служил в войсках спецназначения, за что получил прозвище «Спецназ», и хочет построить свою карьеру в ТОП-ДОК
и стать чемпионом в нескольких весовых категориях. Давайте поаплодируем этому спортсмену! Бойцы на середину! Бойцы, внимательно слушайте моей команды. После команды стоп, не работаем. Работайте чище, желаю вам удачи по углам. Алимбет представляет уникальную программу лояльности. Бонусный клуб, делайте ставки, получайте фрибеты, деньги на счеты кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Алимбет для тех, кому всегда мало. Поехали, третий бой. У нас снова левша против левши. Жесткие обмены в начале раунда. Максат Абдыкадыров, фокус от Хачбара Дакаева. Интересный фокус сейчас продемонстрировал Хачбар. Хорошее давление, здорово, отличная оттяжка. Есть рассечение под глазом у Максада. Поджимает, поддавливает Хачбар. Очередной фокус неплохо, сейчас дважды провалил оппонента Хачбар. Очень хорошая работа на дистанции с короткими оттяжками. Заставляет он соперника бить мимо цели. Напрягает. Постоянно хороший правый снизу. И вновь уже просто перекрывается соперник, уходя в глухую защиту. Это очень тревожный симптом для Максата. Нельзя так делать ни в коем случае. Нельзя выключать ноги. Да, что он и делает. Продолжает движение вперед. Но Хачбар здесь нависает на Диму и по печени. И правый сбоку доходит до цели. Еще раз по туловищу. И просто бомбит. Просто бомбардирует соперника. Да, изредка уже отвечает Максат на эти все выпады. Очень сложно выдерживать такие побои. Но вот сейчас еще раз получает справа. Отбрасывает назад. И просто... И... Все-таки оказывается на полу Максат. Тяжелый достаточно нокдаун. Вот здесь он как раз не торопится вставать. Это абсолютно верное решение. 8, 9. Работать будет? Продолжать. По-моему, не очень. Нет, все-таки рефери дает шанс. И еще 30 секунд поработать. Оу, правый прямой четко в цель. И снова великолепно работает на оттяжках. Заставляя соперника промахиваться и таким образом наказывает его за эти самые промахи. Опять правый снизу, левый сбоку. Заставит сейчас Макса. Сменил сторону. Неаккуратненько прилег он. Нокдаун еще один, и, по-моему, все. По-моему, достаточно. Да, там не было такого, по-моему, жесткого попадания. Просто уже валится с ног. По совокупности, да, что называется? Все пропущенных. Файт! Нет. Файт. По углам. Раунд закончен. Углу канатов, так сказать, но потом все это превратилось просто в глухую защиту и застаивание. Вот что мы с вами наблюдаем. Просто избиение. Тем временем Хачбар просто демонстрирует интересные фокусы. На середину. А, это остановка. В этом скоротечном поединке победу ввиду отказа угла противника одерживает боксер Хачбар Дакаев! Хачбар, поздравляю тебя с победой. Отметил для себя очень хорошее чувство дистанции и хотел спросить про это собственное изобретение или это? Собственное изобретение. Я сколько боев здесь смотрел, еще ни разу этого не видел, поэтому и решил уточнить. Полтинник по-любому мой. Но у нас был отказ, поэтому сам понимаешь. В любом случае, судя по всему, ты молод. Да, молод, 21. Вот, мне тоже так показалось, услышав некоторые изречения из твоего угла. Я думаю, тебя ждет будущее в нашей лиге, где ты просил дать тебе серьезную оппозицию. Я думаю, ты с ней встретишься и в будущем уже не будешь так говорить о своих соперниках. Надеюсь на это.
Ну, будем стараться оправдать твои надежды. Хочешь что-то сказать? Я хочу передать своему адвокату привет. И брат хочет сказать пару слов насчет лиги. Можно передать? На. Всех приветствую. Я слышал, тут есть два брата-близнеца, всем 7 килограмм. Мы готовы, жесткий газ моим братом. Так, жесткий газ, что могу сказать? Так, давай, хорошо. Вот он представитель братьев-близнецов. Да, это наши. Паша и Саша. 1,77, второй у нас там 85, да. Или сколько он? Ну, неважно. В общем, ты готов на сколько? На 7,7? И брат тоже. Ну, 7,7 вдвоем. Ну, слушайте, можно рассмотреть, я думаю, да, это менеджер братьев-близнецов. Это наш матчмейкер. Я думаю, это хорошая история будет. Рассмотрим этот вариант в будущем. Что-то помимо вызовов двум братьям-близнецам? Не, больше ничего не хочу сказать. Я сюда болтовать не пришел. Окей, Хачбар Дакаев, давайте поддержим победителя аплодисментами и дадим слово его оппоненту. Максат, просто без слов, наверное, да, у тебя одни эмоции, я понимаю, но все равно не расстраивайся. Просто скажи от себя пару слов, и мы пойдем дальше. Всем зрителям спасибо, берегите себя. Все. Максат Абдыкадыров. Ну а сейчас нас ждет битва между бойцами, которые приехали к нам с полярных концов нашей страны. Север против юга. Черное море против белого. В черном углу ринга Андрей Столник. Приехал к нам из города Сочи, Лазаревская. 15 лет тренировался по карате Киокушин, в Туапсе, в поселке Шепти, под руководством Хидара Гилаяна. Выполнив мастера спорта, перешел в тайский бокс, открыл свой бойцовский клуб «Сотка» и все свое время отдает детям, тренируя их по тайскому боксу, а в ночь, выходя работать, вышибалы в ночной клуб. Посмотрим же, чем закончится его выход на проспект. Ваши аплодисменты! Против него в белом углу ринга скала Анатолий Калмогоров. Самый настоящий морж скользкого полуострова, города Апатиты. Чемпион Мурманской области по боксу, который очень давно пытается попасть в топ-дог. И за это время успел уже трижды выступить на голых кулаках, проиграв лишь чемпиону хардкора. И сегодня он готов сделать свой последний шаг на пути в круг из сена. Ну а мы с вами подбодрим его нашими аплодисментами! В порядке? Капа. Подмыть руки. Команда внимательно слушает, правила не нарушаем. По затылку. Букмекерская компания «Алимбет» страхует первую ставку новых клиентов на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей. А еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Удар» «Алимбет» максимум от игры. Поехали. Бой номер 4. Андрей Столник против Анатолия Калмогорова. Смотрим. Классическое, да, у нас такое противостояние. Антропометрия против мощи. Да, Андрей такой крепко сбитый. Низкопассажный центр тяжести. Анатолий будет, наверное, пытаться работать с дистанции. Но, опять же, наверное, посмотрим. Пока что, да, не пытается. Не видно работы, передней рукой. А вот Андрей... Зашел с ударами, перекрывается Анатолий. Качает пока Анатолий. Есть точный удар справа. Проверяет живот Андрей, неплохо. Пытается на движении
На челноке на таком раскачать, выдернуть соперника на себя, Анатолий. Спокойно, Толя, спокойно. Да, требует, просит точнее Анатолия успокоиться, не надо суетиться. Но времени мало, тут особо времени на разведку нет. Угол при этом просит джеб от Анатолия. Это правильно, более длинные руки, хорошо на дистанции, но так по-тайсоновски подкрадывается к сопернику Анатолий. Андрей, прошу прощения. И заходит с боковым ударом, очень опасным. Давай, джеб боковой, давай! Хорошо, сейчас справа попадает Анатолий. Давай, Толя! И вот пошла работа на ближней дистанции от Андрея, но эту самую дистанцию Анатолий разрывает. Было там попадание по корпусу. Продолжает бомбить боковыми ударами. Андрей как раз согласно своей антропометрии бьет, наносит силовые удары, проваливается, но при этом Анатолий пока никак его за это не наказывает. Жестко сейчас бьет справа Андрей. Руки на месте у Анатолия. Снова на скачке. Хорошо. Вот это как раз та работа, которая Андрею и нужна. Здорово. Резкий старт. Джеб на джеб, да, натыкаются бойцы. Толя, ничего нового. И снова с передней, и снова выход на дистанцию. Провоцирует соперника передней рукой на атаку. Анатолий, ну самое главное, чтобы он был готов, когда оппонент пойдет. А срывается с места Андрей очень, очень мощно. Концовка, атака, но вот мы видим, что не может подхватить эти удары Анатолий пока что. Интересно наблюдать, кто же сможет навязать свою игру. Но пока что, мне кажется, это лучше удается Андрею. Он чаще заходит на дистанцию, хорошие плотные удары. Но при этом попадание в точь я немного увидел. Согласен. А вот джебы кое-какие да проходят у Анатолия. Да, вот как раз то, что, как мне кажется, Андрей должен делать. Через углом влево, хорошая атака на скачке. Букмекеры согласны с тобой, что победишь там. Смотрим дальше. Второй раунд надвигается на нас неотвратимо. Готовы. Второй раунд. Любопытно, Пай. Какие выводы были сделаны парнями из предыдущей двухминутки. Смотрим. Вот начинает. Опять на скачке. Здорово. Левый боковой не успевает. Не успевает. И опаснейшие боковые удары от Андрея летят. Мне кажется, Анатолию не надо драться с крепким соперником. Это получается сейчас заслужить удар снизу Анатолия. Великолепный подхват атаки от Андрея. Падает Анатолий, поднимается. Вроде бы готов продолжать. Да, за ухом попадает Андрей. Все нормально, кричат из угла Анатолию. Анатолию виднее, но он сам улыбается. Работает передней рукой, подлетает Андрей на короткую дистанцию. Опять же, не успевает. Обрати внимание, что если Андрей не попадает, то он не проваливается. Он готов дальше работать. Да, он очень хорошо и твердо стоит на ногах. Вот сейчас хорошо попадает. Просто по туловищу. Анатолий по-прежнему не успевает за мощными взрывами оппонента. Да, там была работа открытой рукой, но, по счастью, попадания в глаза не было. Джеб со стороны Анатолия что-то предложил. Наконец сталкивает соперника к стене. Хорошо. И здесь так по-хоккейному опять соперника прихватив. Андрей поджал оппонента к стене. Правый снизу. Размашется сам сейчас Анатолий, пробует свою атаку. Нужны апперкоты одному и второму, потому что они подсаживаются в момент нанесения своих ударов, в момент защиты снова бомбит. Андрей через живот на голову хорошую серию. Еще бы закрутить можно было. Остается на ногах на дистанции. Анатолий еще раз туда. Просто принимает удары на себя. Анатолий. Да, идет вперед и зачем-то... Соглашается он вот на эту борьбу в ближнем бою. Снова идет вперед. На разрыве пытается ударить справа Анатолий. Но молодец Анатолий. Очень терпеливый боец, несмотря на пропущенные удары. Он, кстати, начал привыкать к действиям противника. Очень неплохо перекрывается. Он все-таки так или иначе. И что-то свое вот сейчас даже пытается инициативу перехватить. И раунд заканчивается. Да, и как-то под конец раунда вроде Анатолий начинает сам заходить на эту ближнюю дистанцию. Но и... Более результативен он в этом моменте. Ну,
на повтор. Сейчас хороший джеб, после него двойка, и сразу отвечает Андрей. Поднимает через корпус налево и сбоку в голову. Проваливается слева. И вот удар точно за ухо приходится Анатолию. Бах! Отличное попадание от Андрея. Еще раз отмечаем, что Анатолий много выше, значительно, у него длиннее рычаги. Но при всем при этом, с упорством достойным лучшего применения, как нам кажется, он продолжает искать счастье в ближнем бою. И в конце раунда, в общем-то, начал находить где-то. Он поединок-то выровнял, не сказать, что начал забирать, но во всяком случае появилась такая некая конкуренция здесь. Смотрим раунд под номером 3. Пошли рубиться. Пошли махаться парни. Сейчас развернул соперника спиной. И проваливается Андрей тут же. Атака на атаку. Молодцы парни, от души просто сражаются сейчас. Есть там уже повреждение на лице у Анатолия. У Андрея, прошу прощения. Да, интересно, у Анатолия не сильно получалось на дистанции, но вот заходя на ближнюю. А ведь Анатолий эту инициативу перехватывает постепенно, и он продолжает наносить очень существенный урон противнику, разбивая ему лицо. По-моему, Андрей подсел функционально, не получилось у него оппонента доработать, и он вымахался просто. Сильно взрывался он, очень жесткий у него. Да, силовые удары, а это энергозатратно, и поддерживают сейчас Анатолия. Скалу, а он действительно как монолит стоит, пропускает сейчас удар справа, но при этом выдерживает его в атаке Андрей. Пропустил, он сейчас также через руку справа, в прошлом раунде он так оказался на конвасе, Анатолий после этого удара сейчас идет вперед. Пытается здесь сдваивать удары справа Андрей, Анатолий предлагает свои. Вот хорошо, ударил, ушел, заставляет соперника бить мимо цели, это то, что он должен был делать изначально. Но и тогда Андрей был посвежее, конечно же. Правый снизу поднимает он оппонента апперкотом и продолжает здесь мучить соперника на ближней дистанции. Мне кажется, нужно разорваться немножко. 30 секунд остается у Анатолия. Напомню, что нокдаун – это 100% проигрыванный раунд по новым правилам. А если обоюдный? А вот это… А если 2-1 по нокдаунам? Видимо, тот, кто нанес два нокдауна, выигрывает раунд. Уточним, да. И продолжается очень активная работа на ближней дистанции, которая проходит под знаком Анатолия Скалы. И он навязывает свое. Соперник явно устал. Правый снизу еще раз туда перекрывается Андрей. И все, заканчивается эта битва. Потрясающий бой. Оба в крови. Молодец, Анатолий реально проявил характер. Да, если бы не этот нокдаун, бой бы, возможно, был стал спорным. Подсел уже Андрей. И в ближнем бою Анатолий находил свои моменты для атак. Вот смотрим сейчас. Ну, очень крепким парнем, конечно, оказался Анатолий. Действительно, скала. Столько пропустил, столько принял на себя и при этом не утратил веры. При этом он продолжал идти вперед. Он успевал улыбаться еще. Да. Чтобы по-настоящему улыбаться. Да. Знаешь, бывает, когда такая улыбка натянутая. Да, но здесь она была прям искренняя. Да, искренняя. Итак, слушаем вердикт. Бойцы на середину. Туда лицом. Сейчас. В этом завораживающем поединке есть победитель единогласным решением судей. Им становится Андрей Столник! Андрей, иди сюда. У тебя был яростный, взрывоопасный стиль, настолько, что мы все увидели содержимое твоих карманов. Там ничего, но очень щедро с твоей стороны. В любом случае, какие у тебя планы? Мне кажется, если тебе набрать еще лучшую форму и опуститься в другую весовую, не знаю, в какой ты выступал раньше, то ты можешь достичь больших успехов. Да.
да, спасибо. Весовую ниже я не смогу сделать, я всегда в тяжах дерусь 90+. А так, надеюсь, бои еще дадут, буду выступать. Всегда в тяжах. Сегодня какой вес ты показал? 88. 88 это не тяжи. А так 90+ всегда был. Но уже есть, я думаю, как минимум 85 имеет смысл опуститься. 85, да, опустимся. Ну хорошо, мы поговорим с нашим матчмейкером, поговорим с тобой после и к чему-то придем. Хочешь ли поблагодарить кого-то? Да, спасибо ребятам, которые мы могли были, Русик, Марат, Расул. Очень приятно, что приехали. Спасибо моим детям, которые меня смотрят, ученики мои. Семье спасибо. И в общем, организации, то, что дали бои, тебе огромное спасибо. 2 года пытался здесь выступить, вот сегодня выступил. Спасибо, на этом не стоит останавливаться, сядем, пообщаемся, но в любом случае, такой прекрасный поединок, который в данный момент, мне кажется, является лучшим на сегодняшнем турнире, заслуживает бонуса от прекрасного человека и группы компании «Росгруз», который поддержал наши спортивные движения в городе Подольске. Это из вашего города прекрасный человек дарует вам этот бонус. В любом случае, давай послушаем твоего соперника. Анатолий! Ты вот реально ты скала, Толян. Пацаны все за тебя орали. Мы тоже тебе пытались какие-то напутствующие слова сказать в поединке. Ну, ты просто глыба, реально. Тебе есть что сказать вообще своему сопернику и своим кому? Зрителям. Всех приветствую. Хочу бы выразить большую огромность организаторам за то, что дали мне шанс. Да, за то, что мне дали шанс выступить здесь. Дали шанс поговорить в микрофон. Я хочу еще драться, если можно будет. Скала. Дайте мне еще, пожалуйста, шанс. Я думаю, мы дадим тебе такой шанс еще попробовать себя на проспекте, как минимум, а там уж как получится. Спасибо. На самом деле ты мало пользовался своими преимуществами, да, ты только вот по третий раунд. У тебя такое рукопожатие, там такая рука, можно с одного удара упасть, мне кажется. Да. Хочу поблагодарить Влада Дзержинского. Он со мной с Апатит приехал, чтобы вывести меня на бой. Хочу сказать большое спасибо зрителям за то, что болели, поддерживали. И последнее, хочу выразить большую благодарность своей апатитской команде. Это Пимкину Олегу Васильевичу, Бурсову Сергею Михайловичу и Причину Андрею. Спасибо. Тебе спасибо, Анатолий, спасибо тебе, Андрей, вы сегодня реально показали красивый бой. Я бы вас каждого посмотрел бы на голых кулаках. От души, пацаны, с кайфом. Спасибо, всего спасибо хорошего. Вам, парни, за этот бой. Вы делите этот бонус на двоих. Спасибо вам. Аплодисменты, да, парням. В пятом же бою вы наконец-то увидите местного бойца. И посмотрим, какая будет у него поддержка. Но сначала давайте как следует встретим гостя. Прямиком с Южного Урала Никита Игла Паначев. Уроженец маленького городка Пласт в Челябинской области. 6 лет потерял обоих родителей. Чуть не попал в детдом, но, к счастью, воспитывался дедушкой с бабушкой, которые привили ему любовь к спорту и учебе. 11 лет занимался лыжными гонками и хочет показать молодым пацанам из Ростова Пласта и всех маленьких городков России, что обычный пацан из провинции может, если идти к своей цели, несмотря ни на что. Ну а мы поддержим этого спортсмена в этом стремлении. Ну а теперь местный парень.
Владислав Ляшенко! Летний кикбоксер из Подольска, студент второго курса Российского университета транспорта, представляет клуб «Воин» и является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Выигрывал первенство ЦФО, всероссийские турниры и провел не один удачный бой на профринге. Хочет доминировать над каждым своим соперником, не только в каждом поединке, но и в каждом раунде. Получится ли это у него сегодня, мы с вами узнаем прямо сейчас. Ваши аплодисменты подольскому парню! Все в порядке? Да. Капа. На середину. Нажмите руки. Команда, внимательно слушаем, правильно нарушаем. По затылку, по спине ниже пояса не бьем. Команда, стоп, все действия. Алимбет представляет уникальную программу лояльности. Бонусный клуб. Делайте ставки, получайте фрибеты. Деньги на счет и кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Алимбет для тех, кому всегда мало. Поехали. Пятый бой. Смотрим. Два очень колоритных персонажа. Никита Панычев и Владислав Ляшенко. Интересная такая открытая стойка у Никиты, но при этом жестко. Вот сейчас справа хорошо попадает Владислав. Никита старается работать силовыми ударами, да, опять с опущенными руками, провоцируя соперника на какие-то действия. И ноги работают очень неплохо. Но очень острые атаки у Никиты. Защищается плечом, классно. Проваливается Владислав. Да, вот так по-ковбойски, да, от груди, от бедра стреляет. Никита, хорошо, попадает, посмотрите, какой нокдаун. Это травма, кажется, то ли. Похоже на то. На нос держится, Владислав. 8, 9, продолжаешь? Ну, вроде собрался, вроде готов продолжать, Владислав. Но тут же идет дорабатывать соперника, еще одна атака оказывается результативной. 4, попал, кажется, в глаз. У меня, смотри, 6, 7. По-моему, не очень готов продолжать. Владислав. Отказ? Или... Отказ. Все. Заканчивается эта встреча. Отличный, да, поединок получился. Ну, молодец. Очень колоритный персонаж. Никита. Да, прекрасная стойка, очень острые атаки. И вот этот момент под глазом рассечения. Возможно, это перелом орбитальной кости. То же самое случилось у меня в бою с Наби Гаджиевым. И вот точно так же выглядела эта травма в виде рассечения. Понимаете, еще раз давайте посмотрим. Но здесь, да, конечно. Да, и вот так хорошо подготовил очень правую руку Никита. Бам-бам, боковой. Вот. Боковой. И тут же правый прямой, который... Ну, даже, да, именно после бокового. И не за глаз, а вот под глазом именно держит. Владислав. Бойцы на середину. В этом стремительном поединке есть победитель отказом угла в первом раунде. Им стал Никита Панычев. Никита, иди сюда. Поздравляю. Насладились музыкальной композиции. Поздравляю тебя с победой. На самом деле, пришел такой заряженный, но в бою чувствовалось, насколько ты расслаблен, насколько быстро летят твои руки. Расскажи нам, в принципе, также про свои планы дальнейшие. На самом деле, руки летели так быстро, потому что это все лыжные гонки, ребята. Я слышал, что это дает очень хорошее кардио. Очень хорошее кардио дает. Вот, поэтому занимайтесь лыжами, серьезно. Ну и боями не забывайте. Поэтому вот так. Есть планы подраться на кулаках?
Скорее всего, да. Больше, чем, ну, больше да, чем нет. Зачем ты иначе сюда приходил? Ну, по логике вещей. На самом деле, это мой дебют. То есть, ну, до этого выступал, да, по любителям, но это был не тост. Мандраж совсем другой, очень много народу. Всем спасибо, на самом деле, что пришли поболеть за своего парня. Спасибо большое. На кулаки, скорее всего, let's go, champ. Газ! Отлично. В какой вес? Наверное, 66. 64 или 70? 64, я думаю, буду гонять сейчас правильно в этот раз. Ну, очень была тяжелая весогонка, на самом деле, 6 килограмм убрал. Ну, что убирать здесь, нечего убирать, на самом деле. Как будто... Убирать действительно нечего. Можно только давать. Давайте же дадим бонус от нашего партнера Alimbet. Добавим весу в твои карманы. Спасибо. Чтобы было больше мотивации и меньше сомнений, быстрее возвращаться на кулаки. Игла Панычев! Ну что, Владислав, у себя дома. Брат, ну ничего, не получилось, сегодня не пошло. Эти аплодисменты тебе пропустил. У Влада, я так понимаю, сейчас есть некая травма. Сейчас он вам расскажет про нее, братик. Ничего страшного. Тебе 19 лет, ты еще очень молод. И я думаю, что ты свое достигнешь. Может быть, не здесь, но все равно в жизни и в других боях. Расскажи нам свои впечатления, как тебе вообще у нас здесь на проспекте и именно в топ-доге. Всем привет. Ребят, бывает, вот, пропустил, смотрю, а она внутрь у меня. Я, походу, сломал. Бывает такое. Все хорошо. Поддержка, поддержка! Вот. Я тут у себя дома, так что атмосфера не может быть плохой. Я рад всех видеть здесь. Спасибо большое. Передай всем привет тренеру, команде. Никита, ты хотел что-то добавить? Да, да, да. Хочу, конечно, поблагодарить за подготовку своего тренера Кирилла Юрьевича Беденькова, своего секунданта Сашу Нилова и всех, кто пришел от меня. Все вот здесь, я вот вижу вас. Спасибо большое. Тебе спасибо, Владос. Ребят, еще такое хотел сказать слово, на самом деле. Ну, хотел бы посвятить победу свою своей маме. Ее не стало, на самом деле, когда мне было 6 лет. Мамочка, любимая моя, я думаю, ты видишь, что я здесь. Я думаю, ты будешь мной гордиться. Вот. Опеку надо мной взяла моя бабуля. Я тоже тебя очень сильно люблю. Она в городе Пласт сейчас находится. Баб, люблю. Вот, своим родственникам. Огромное хочу сказать спасибо людям, которые вложили в меня в плане бокса, в плане спорта. Это Сергей Владимирович Новиков, Челябинск, спасибо огромное. Артем Горощук, Саня Матвеев, ребят, всем спасибо. Сумцов Алексей, Марат Балаев, Тимур Балаев, ребят, всем спасибо огромное. И огромное спасибо Топ Дог, что даете возможность. Спасибо. И Панчер Тайм, Иван Майданчук, тоже тебе огромное спасибо. Ну и Макс Топор, тебе отдельно, ты сам знаешь за что, брат. Let's go. Спасибо, ребят. Спасибо, спасибо вам, парни. Никита и Владислав были украшением этого вечера для вас сегодня. Давайте проводим их под ваши аплодисменты. Спасибо. Поединки, который ждет вас прямо сейчас, сойдутся друг одного и брат другого бойца Топ Дог. И мы надеемся, что их уровень будет достойным того, чтобы их протеже за них не краснели. Встречайте первого участника противостояния, Никита Карамушко! Команды Apache Fight, попавший к нам по рекомендациям бойца Top Dog Данилы Пряхина, многократный участник турниров «Двуглавого орла»,
Более 4 лет в боксе. Энтузиазм и расчетливость привели его на проспект сегодня. Ведь он давно хотел попробовать себя в топ-дог. Но прежде надо проверить, хватит ли ему сегодня сил и боевого духа. А пока его мажут вазелином, давайте еще раз послушаем, какая мощная у него поддержка. Ваш спортсмен выходит в ринг. Никита Карам, Карамушко! Посмотрите, насколько он заряжен. Ну а проверкой для него станет ковбой Николай Майданчук! Родной брат Ивана Майданчука, родом из маленького городка Любань, что в Ленинградской области. Родители в детстве привели его в секцию рукопашного боя, и там пошло-поехало. Близкие считают его творческой личностью и не понимают, почему он до сих пор занимается боями. Ведь в нем так много других талантов, которые стоит развивать. После армии попробовал себя в разных сферах деятельности и променял 16 мест работы за 3 года. А сегодня попробует себя в роли профессионального бойца под ваши аплодисменты. Николай Майданчук! Раскрой, пришел. Открой. Готов, все нормально. Букмекерская компания «Олимбет» страхует первую ставку новых клиентов на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Удар Олимбет» максимум от игры. Итак, смотрим интригующее противостояние местного парня Карам против ковбоя. Смотрим. Заряженным выглядит Карам. Может быть, даже слишком, да, чрезмерно. Да, с такими сумасшедшими глазами. Смотрим, как он будет действовать в бою. Даже интересно. И такой спокойно расслабленный Николай. Вот сейчас пропускает. Он слева навстречу. Заносит немного Карама. Смог он удержаться. Продолжается работа на дистанции. Продолжаются подготовительные действия. Сейчас центр арены занимает Карам. И тут же просто в корпус проходил Николай. Возникают паузы между действиями соперников. Раунды скоротечные, поэтому здесь, опять же, нужно думать быстрее. И вот неплохая серия на отходе в исполнении Карама. И нокдаун. Нокдаун оформляет Карам. Сергей Летунов отсчитывает. Такое яростное добивание. Вроде ничего не предвещало этого. И резко развилась эта атака, после чего был отсчитан нокдаун. Ну вот сейчас Николай, вероятно, пойдет брать реванш. Посмотрим, что из этого выйдет. Ничего там вроде серьезного-то и не пропустил. Согласен, Николай. Согласен. И опять хорошо качает Никита. Передняя рука, сдвоенный джеб, двигается Николай. И попадает. Еще дважды попадает. Тяжелейший нокдаун в исполнении Николая. Еле-еле поднимается Карам. Повторил, Карам. Так повторил, Николай. О да, о да. Это вот что называется, можем повторить, да? Да, да, да. Идет вперед дальше, дорабатывает соперника и вновь попадает. Есть еще! Это глухой нокаут! Так просто! Срочно врачей, срочно врачей! Очень плохо Никите. Николай Майданчук одерживает сокрушительную победу. Как-то не успел восстановиться Карам. Он... И пошел драться и сразу. Пошел драться. Yeah.
Ну, давайте объявим победителя. В этом невероятно заряженном поединке победу нокаутом в первом раунде одержал ковбой Николай Майданчук! Коля, поздравляем тебя с такой волевой победой, потому что мне показалось, тебе прям стало обидно от пропущенного удара, и ты собрал всю волю в кулак, чтобы показать, чего ты стоишь на самом деле, чтобы тобой мог гордиться твой брат и близкий, у тебя получилось. И прежде чем дать тебе слово, хочется обратить ваше внимание на то, как много значит ваша поддержка, какой мы увидели поединок, когда вы зарядили бойцов, насколько он был самоотверженным, и я призываю вас делать это в будущем. И еще раз одарить достойными, заслуженными аплодисментами Николая Майданчука, подарившего нам такой шикарный поединок. Да, всех приветствую. Подольск, Москва. Санкт-Петербург, кто смотрит, зрители, тоже огромный привет. Ты был прав, когда пропускаю, я очень злюсь. Меня начинает, ну, бесить. Блин, что я такое пропустил? Надо отвечать. Ну, я, конечно, да, поплыл. Многие знают, я 6 дней просто болел с температурой. Думал, нет, я откажусь от боя, не выйду. С температурой каждый день 39. Не тренировался, не спарринговался. Да, но потом собрался и все, вышел. Хочу передать своему брату, у него 23 декабря бой на турнире «Крылья Совета», уже правильно. Вот, пожелаю, братишка, с победой, чтобы приехал в Петербург. Всего доброго. Ему спасибо огромное, что предоставил возможность выступить на топ-доге. Также и тебе спасибо. Очень приятно. Вот. Всем спасибо. Эту победу посвящаю своему маленькому сыночке, Льву. Вот, это для тебя, сынок. Вырастешь, посмотришь, как папа здесь хулиганит. Красавчик, давай мы поддержим твои начинания в этом спорте бонусом от нашего лучшего партнера Олимбет. Спасибо тебе. И напоследок вопрос. Приедешь ли ты смотреть бой брата? Конечно, да, постараюсь приехать. Вот, еще постараюсь приехать. Если мне еще предложат контракт, может быть, и выскочу, и на 23-м. На 23-м уже все занято, но мы с тобой поговорим после этого турнира и проводим достойными овациями Николая Майданчука. Я думаю, что его стоит еще увидеть и посмотреть. Этот парень может удивить. Конечно, конечно. Как и на проспекте, так и на голых кулаках. Ну а мы переходим к следующей паре. Ну а сейчас, чьи навыки сильнее, между собой выяснят кандидат и мастер спорта по боксу, один из которых приехал к нам из Северной Пальмиры, а другой узнал о поединке лишь сегодня. Так встретим же храбреца, выходящего на коротком уведомлении. Дикий Станислав Наймушев! Боец от Эмилио, представляющий команду на Моде Про, еще с утра не знал, что ему предстоит биться. Он давно рвался на проспект, но его все не брали. И сегодня он решил не упускать предоставившуюся возможность заявить о себе. С детства занимается боксом, после чего взрослая жизнь заставила его оставить эти занятия. Но в погоне за своей мечтой и втайне от жены и новорожденной дочки он пустился покорять мир единоборств. Давайте подбодрим бойца с такой благой целью! Но на пути к цели у него серьезный противник, который здесь не просто ради участия. Встречайте! Ghost Dog! Тимур Курбанов!
родом с окраин Санкт-Петербурга, представляет Невский район и клубы AKB Top Gym. Является мастером спорта по боксу, участником чемпионатов и кубков России, а также победителем различных турниров класса А. Любит уличную культуру, и когда его встречают аплодисментами при выходе в ринг. При этом находит единение с природой, практикует закаливание и делает пробежки с голым торсом даже в самые лютые морозы. Поэтому имеет внушительное для городского жителя здоровье, которое готов выплеснуть, словно ушат со студеной водой, на своего оппонента. У нас осталось всего 3 поединка, так что давайте не будем жалеть своих ладоней и поддержим спортсменов! Алимет представляет уникальную программу лояльности. Бонусный клуб, делайте ставки, получайте фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Алимет для тех, кому всегда мало. Поехали по номер 7. Станислав Дикий Наймушин, который сегодня, реально сегодня узнал о том, что ему предстоит сразиться с Тимуром Курбановым. Давайте посмотрим, как это получится. Турбо короткое уведомление за пару часов до боя буквально. Смотрим. Интересно. Да, такое всегда интересно. Почти такой киношный вариант развития событий. С передней руки Тимур. Станислав двигается. Держит дистанцию. Тимур сразу предлагает сопернику достаточно серьезное давление. Хорошо сверху вниз атакует Станислав. Старается не застаиваться. Хорошо по корпусу работает Тимур. Суета есть в действиях Станислава. О, хорошо сейчас справа. Тут скользь проходит удар. Попадает левый по КВМ. Отличная контратака в исполнении Тимура. Продолжает Станислав движение. Неплохая серия. Отлично подставляет плечи под удары Тимур. О, по животу достал. И еще раз левый сбоку. И падает Станислав. Нету нокдауна. Сергей Летунов абсолютно прав. Здесь очень хорошо защищает себя подставками и уклонами, нырками Тимура. И в хоккейном клинче отрабатывает Тимур. Очень опасно для Станислава. По животу попадает. Еще раз по печени. И вот это нокдаун от удара по печени 100%. Здесь же вопросов никаких нет. Открывается счет. Смотрите на покраснение правой стороны и головы, и туловища. Готов продолжать, говорит Станислав. Мужественный парень. Но Тимур сейчас постарается довести дело до логического завершения. Есть у него на это время. И по животу как жестко попадает. И почувствовал этот удар на себе. Станислав, нужно двигаться обязательно, но... Снова пропускает по корпусу, видно, что неприятно здесь Станиславу. Левый сбоку от Тимура. Переводом на голову после корпуса и сам садится на колено. Висок попадает Тимур очень плотно. Левый боковой у него поставлен просто великолепно. И вот тут... Не готов продолжать. Непонятно. Встает Станислав. Встает. Готов. Показывает, что готов. Простит меня Станислав. А вот это все! А вот это все надо ли было продолжать? Вот в чем вопрос. Конечно, это остановка. Конечно, еще один тяжелый нокаут. Второй подряд. И снова медицинская бригада вынуждена появиться на арене. Вот, Денис, надо ли было продолжать? После второго нокдауна. Нет. И вот к чему это привело. В таком коротком уведомлении против такого бойца это была большая авантюра, которая себя не оправдала. Но попробовал Станислав, попробовал, и вот к чему все это пришло. Очень жестко отрабатывал Тимур и корпус, переводя на голову. Да, здесь после нокдауна, конечно, нужно было остановиться. Не нужно было подниматься. И видно было, что не совсем готов был Станислав. И вот это вот уже... Этот совсем уже лишний. Не успевал. Бойцы на середину. В этом жестоком поединке победу нокаутом в первом раунде одерживает Тимур Курбанов.
Тимур. Поздравляю тебя еще раз с победой. Ты буквально создан для топ-дога, потому что твое прозвище Ghost Dog, тут Hood Dog. Всем здравствуйте! Во-первых, хочу, чтобы вы сейчас поблагодарили и поддержали моего соперника, потому что на это нужно, так как мы в эфире, скажу, стальной характер. Да. За 2 часа выйти на бой. А своему первому сопернику я даже немножко... Я немножко даже казахский выучил. Хотел сказать ему после боя «Рахмет», но Батыр не приехал. Так что ничего тебе не скажу. Все это... Только слова благодарности своему углу. Ребята, спасибо большое. С такой поддержкой я не мог никому проиграть. И Лиге Топ Дог большое уважение. Вы класс, сила. Вообще, ребята классные. Все, еще раз большое спасибо всем. Спасибо и тебе. И в качестве благодарности за твою проделанную работу мы вручаем тебе бонус от нашего партнера и лучшего букмекера Alimbet. Ну и стоит сказать, что ты попал к нам по рекомендации Колина Варвара. И я так понимаю, прически это будет ваш фирменный стиль команды? Да, это наша командная будет. Возможно, еще увидите ребят в нашей команде, тоже заплетенных. И хотел спросить, на английском или на русском объявлять твое прозвище при выходе? Давайте на русском, русский язык. Значит, ты призрачный пес или пес-призрак? Кто смотрел фильм, наверное, знает, откуда это прозвище. Да, вот фанаты восточной философии и хип-хопа. Тимур Гурбанов выступал для вас сегодня. Все правильно, я поддерживаю предыдущего оратора. Пацан реально за 2 часа согласился, приехал к нам в Подоль за Рубы Фитнес. Ну, я считаю, что показал тоже так же, по вашему мнению, хороший бой. Да, сегодня тебе не повезло, Стас. Ну, ничего страшного, я думаю, если ты еще больше потренируешься, ты зарядишь. И можно даже когда-то в конечном итоге провести реванш. Как ты считаешь? Я считаю, да, я готов на реванш. Ну, как говорится, как лига отнесется к этому. А так, хочу тренеру своему привет передать огромный. Слова теплые за то, что подготовил меня к данному бою, несмотря на то, что ну, как бы я приехал за 2 часа, все равно какая-то не какая-то подготовка была. Спасибо, ребят, за то, что вы вообще есть, ваша организация, и то, что вы позволили мне выступить сегодня. Да спасибо тебе за твой реально стальной характер, что ты на коротком уведомлении приехал и не дал пацану простоять. Это был Станислав Наймушев! Ваши всем аплодисменты, красавцы! За главным событием вечера нас ждет самое настоящее московское дерби, в котором сойдутся воспитанник боксерского клуба ЦСКА и активный болельщик ЦСКА футбольного. Аплодисменты армейцам! Дебютант на проспект, но не в боксе. Владимир Николаев! Кандидат в мастера спорта по боксу, не раз отстаивший армейский клуб в ринге. За свою карьеру провел более 200 боев. Участвовал в проекте «Бой в большом городе». Бился в «Правде» и на «Кулаках». Всегда не против подраться и разменяться ударами, поэтому предпочитает ближнюю и среднюю дистанцию ведения поединка. И имеет лишь одну цель – показывать красивый и зрелищный поединок, доставив тем самым удовольствие себе и своим зрителям. Встретим спортсмена как следует! Его оппонентом станет не раз выходивший в наш ринг Данила Прякин!
мой московский парень, который уже 4 раза выходил биться в топ-дог, провел 2 боя на проспекте, после чего снял перчатки и перешел в кулаки. А сейчас переходит наш ринг. Давайте будем скандировать его имя! За 2 боя он, к сожалению, еще не смог добыть победы. Взяв паузу, он вернулся в зал бокса, где с бешеным рвением начал точить свои кулаки к возвращению в стена. Но прежде решил еще раз выйти на проспект, где удача уже благоволила ему. Букмекерская компания «Олимбет» страхует первую ставку новых клиентов на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей. Еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Удар Олимбет». Максимум от игры. Поехали! Но главное событие сегодняшнего турнира — Владимир Николаев и Данила Прякин. Фактурные ребята в ринге. С дальней руки начинает Владимир суетиться. Данила, давно не был он в ринге. Топ-дог. Пропускает Владимир. Есть первый нокдаун. Главное не расслабляться, Данила. Очень хорошее попадание. Так, достаточно открыто пошел на своего противника Владимир, за что тут же поплатился. Начинает поджимать, поддавливать. Готовят встречные жесткие удары. Данила застаивается при этом. Ох, как машет Владимир. Так можно, кстати, и намахаться. Да, да, нужно чуть-чуть переждать этот спрут стартовый Данилу. Он же спрут. Он же спрут. Ох, сейчас жестко цепляет слева. Да, его здесь Денис Сыденко вовремя вмешивается. Ход поединка, потому что поднимался на ноги. Владимир из двойни слева. Повело немножко Владимира. Меняет стойку. Данила попадает справа. Хорошо обрабатывает соперника. Просто перекрывается по животу. Достает и достает Владимир сам. Минуту еще работать в первом раунде. С правосторонней стойки действует Данила. Заходит и левобоковой. Там рассечение есть у Владимира снова. С правой руки и правой снизу. В исполнении Данилы. Продолжает бомбить, продолжает наглухо перекрываться Владимира. Похоже, силы начинают заканчиваться потихоньку. Хорошо, паузу. Хорошо с дистанции Данила действует. На ногах из правосторонней опять заходит. Разворачивает. Пропускает сам. Сейчас Данила еще раз пропускает. Идет вперед Владимир. Сталкивает завязаться Данила. Здесь, мне кажется, можно плечом немного поработать. Да, вполне было. Хорошо, да, Владимира легла, жесткий удар. 10 секунд! Левый сбоку. Хороший, да, говорим в унисон. Промах. И попадает Владимир. Вот как машет от души просто. Сайдстепом право боковой великолепно. И пока все. Прекрасный первый раунд. Начинай с корпуса, заводи в голову. Выдох. Дыши, дыши, не слушай, дыши, не слушай. Заводи в голову, забери центр ринга, не жмись к стенке. Вова, смотри, правый трос пробей, он пробей. Ты встаешь рядом, не надо тебе вставать. We'll be right back.
смотрим второй раунд. Что за притянут? Мы смотрим второй раунд. Поехали. Большая мышечная масса — это, конечно, хорошо, но у нее есть свои нюансы. Потому что такую массу надо питать кислородом. А это не всегда... Снова размашистый справа. Все мимо цели и пропускает сейчас Владимир. Собранные руки у Данила. Великолепная атака. И Денис Анатольевич открывает счет. Мистер Any Question. 6-7. Тяжеловато 8. Дышит уже. Владимир, конечно, раунд только начался. И уже такой старт неудачный для него. Вновь бросается с ударами Владимир. Через обманку задней руки апперкотом начинает, да, Владимир промахивается, тем не менее, ударом слева. Данила хорошо качает опять на передней руке, выдерживая соперника, провоцируя его на очередной выпад. Да, выброс такой в атаку, попал и вновь тряхнул соперника. Данила, надо продолжать, но не торопясь, да, потому что Владимир продолжает махать в сторону Данилы. Очень четко, очень уверенно, грамотная работа Данилы. Но Владимир на характере пытается забирать. Взял паузу Данила восстановиться. Через корпус бьет Владимир. Снова размашистый слева. Но все безрезультативно. Пока только затрата сил. Сейчас хорошо справа от Данилы. И отличная серия. Затем... Голову выше. Опасное движение. Продолжает он попадать. И Владимир демонстрирует великолепный держак. Сколько можно выдерживать эти попадания. Хорошо опять с дистанции. 30 секунд. Левый боковой от Владимира приходит в защиту. Двигается по кругу Данила. Работает сейчас. Сменил стойку. Работает передней уже правой рукой. Вот сейчас попытался на сайдстепе. Попадает Владимир. Да, и мне кажется, как раз нужно Даниле сейчас развернуть соперника. И необходимо попробовать также поработать по корпусу с левой руки. Вмешивается Денис Анатольевич. Говорит, что нельзя бить по сопернику, время, когда он тебе спиной. И заканчивает второй раунд. Начал работать корпусом, как будто Тайсон. Да? Владимир. Да, хорошо. Так. Провалил удар слева и получил справа от Данилы. Хорошо, опять передней рукой вымеряет себе дистанцию Данила. Меняет стойку. Пальцы. Надо по печени ударить, конечно, мне кажется, Даниле. Подготовить через переднюю руку. И мы видим, движется влево от себя Данила. Как раз под право соперника. Да-да-да, он ждет его. Он провоцирует его. Снова смена стойки на левостороннюю. Да, и по печени здесь пробил Владимир, сейчас он повторяет. Сначала с дальней, прям с ближней. Вот, все хорошо, по печени от Данилы. Это то, о чем мы с тобой говорили, что эти удары точно совершенно возымеют свой эффект. Мы видим уже, как на таких мягких ногах работает Владимир, как ему тяжело удерживать баланс, как ему сложно контролировать и свои движения, и действия соперника. Много крови у него на лице. Нужно еще раз по печени ударить. Точно, совершенно. Хорошо, сейчас ближней рукой отработал Данила, сбил
попытку провести атаку Владимира. Тайм-аут. Где Катна? Так, и нужно там посмотреть состояние сечек Владимира. А? Их там достаточно. Чтобы не текло быстрее, можешь подмазать? Разорвана в клочья просто бровь у Владимира Николаева. И здесь, конечно, вопрос к Катманам. Смогут ли они подлатать за короткое время? И не такое латали. Это правда. Кулака. Конечно, левый, конечно, левый, здесь. Ситуации бывают более катастрофические. Все, все. Время, тайм. Ну, как будто мы на футбольный матч попали. 50 секунд до конца боя. Владимир Мурсин продолжает сражение левой боковой от него. К нам, кстати, можно и без фан-айди попадать, поэтому, друзья, приходите. Всегда. Поболеть, да. Продолжает работу корпусом Владимир, размашистый справа. Самое главное, что здесь точно не будет скучно, как иногда бывает на футболе. Все верно. О, хорошо. Вот опять тот удар, про который мы говорили. Смена стойки. Сейчас попытка. Дальний левый пробить от Данилы. Задергал. Просто Данила прячет от своего противника. Уже хорошо, не знает. Снова корпус. Разворачивает Владимира. Болтает просто по рингу сейчас Владимира Николаева. Очень тяжело ему просто удерживать даже вертикальное положение. Но, скорее всего, дотерпит до финального конка на характере. Попытался здесь разменяться, бросается вперед. И Данил идет дорабатывать противника. Перекрывается наглухо Владимир. И все! Потрясающее, главное событие мы с вами увидели. В этом прекрасном кровопролитном сражении есть победитель единогласным решением судей. Им становится Данила Пряхин! Данила. Поздравляю тебя еще раз с победой. Надо проверить глаз, но в любом случае это, мне кажется, было прекрасное возвращение, о котором можно только мечтать. Ты вернулся сильнее, ты вернулся злее, ты вернулся высеченный словно из камня. В любом случае, таким кровопролитным поединком ты заслуживаешь бонус от солидной компании «Росгруз». Держи, это твое. Но из-за такой обилия крови половиной не этого, а бонусом лично от себя мы одарим твоего соперника. Тебе слово. Можно возьму микрофон? Приветствую Подольск. Приветствую Климовск. Ребят, на самом деле я здесь должен был оказаться уже очень давно. Шиша его компания меня давно сюда звали, но как-то не получалось. Но это лучшая причина здесь оказаться. Ну там, Вилли, близняшки, вот это все тема. А, где нет? А, во, ну я же здесь, все, приехал. Вот. А про себя не буду много. Хочу сказать слова благодарности. Спасибо моему углу, Илюха Сокуров Илья Борисович, мой первый тренер. Мой близкий человек из клуба «Боец 21 века».
Илюх, спасибо, что ты всегда рядом. Извини, если чем-то тебя обидел когда-то. Я тебя очень люблю и благодарен. Макс, пулемет, весь в крови. Я думаю, многие его знают. Легенда. Макс, я безумно рад и горд стать твоим другом. Познать историю твоей войны, твоих сражений по жизни. Не только в ринге, не только в лесу. Просто жизненных. Для меня это самая главная мотивация. И одна из причин, почему я подрался именно так и вернулся. По боксерскую подготовку я проходил в бойцовском клубе «Груша». Спасибо этому клубу и Игорю Васильевичу Смолинову за помощь. Также спасибо моим близким, кто сюда приехал, кто меня поддерживает, смотрит на меня. Все было для вас, ребят, я вас очень люблю. И я рад доказать своей семье, себе и вам, что я чего-то стою. Вот. После своей травмы было тяжело вернуться. Не знаю, что с глазом, надеюсь, все будет хорошо. Также спасибо моей маме, моей сестре, моим бабушкам за то, что меня терпят, за то, что меня любят. И я, правда, не самый лучший человек. И я стараюсь для вас доказать вам, что я что-то могу, что я что-то, что я что-то умею, что у меня есть характер. Спасибо сопернику. Владимир, спасибо тебе, ты очень крепкий мужик. Ваня, спасибо тебе за это все. Я безумно рад сюда вернуться, ребят. Очень, очень тяжелая травма была, но я думаю, что я выдержал ее достойно. И еще одно слово маленькое. Спасибо боксерскому клубу «Бупас Джим». Я оттуда ушел из-за работы, из-за того, что я не успевал. И я понимаю то, что сейчас в кулачке чуть-чуть другая нужна подготовка. Вот, готовился кое-как, но все получилось, слава богу. Спасибо всем, я всех люблю. Надеюсь, вернусь скоро, посмотрим. Спасибо, спасибо, Данила. Ты набрал не только в боях, но и в микрофоне. Приятно было тебя слушать. Я согласен. Когда я сегодня говорил, что сегодня будет очень много крови, я вас не обманул. И эти два парня вам сегодня это доказали, Володь. Это просто было потрясающе. Ты реально мужик, ты реально скала. Просто воин, и тебе эти сегодня сейчас аплодисменты. Чисто бонус, и от меня тебе большое уважение. Я тебя бы вообще вот по большей степени посмотрел бы на голых кулаках. Ты красавчик. Тебе слово. Всех приветствую. Всем доброго вечера. Насчет голых кулаков, конечно, пока предложений очень мало, поэтому, когда есть предложение, соперники отказываются. Огромное спасибо хочу сказать в первую очередь это моему углу. Вот ребята, они же половина из них мои ученики, то есть по большей части мне по-другому нельзя было провести этот бой. Даже если я не готовился, у меня было всего 2 недели, перед этим у меня был вес 85 килограмм, мне нужно было скинуть 8 килограмм за 2 недели, поэтому большую часть подготовки я проводил над тем, что следил за диетой, бегал, прыгал, чтобы убрать этот вес. Вот. И мой спарринг-партнер, вот синий в Олимпийке Сергей, помогал мне к подготовке. От души тебе, Серега. За эти 2 недели мы провели много вместе, поэтому и то, что здесь я достоял, можно сказать, эти все 3 раунда, огромная благодарность этому человеку за то, что он меня вел, готовил морально на волевых, чтобы здесь отстоять. Соперник очень крепкий. Вау, это просто, ну, столько бить, я думал, когда он уже перестанет бить, я уже думаю, ну бей меня, давай. Ну перестань же просто накидывать, дай я ударю пару раз хотя бы тебе. Короче, красавчик, где ты, как зовут, Даня? Даня, ты лев. Я думаю, мы с тобой еще обязательно встретимся. Может быть, на голых кулаках, если у тебя будет желание. Вот, будем, сделаем реванш. Вот, а так, всем спасибо. Всем хорошего вечера. Очень душевная публика. Мы вас любим, мы работаем для вас, показываем эти бои, чтобы вы кайфовали, смотрели дома, как мы работаем. Спасибо, всем хорошего вечера. Владимир Николаев, еще раз ваши аплодисменты этому спортсмену. Спасибо. Время пришло!
Прямо сейчас мы увидим главный бой Топ-Дог Проспект 15, который изначально должен был быть совсем другим. Но жизнь всегда вносит свои коррективы, а на пользу они идут или нет, показывает лишь время. Вот и сегодня мы, глядя на небо, ожидали увидеть астероида, но этого не произошло. Зато произойдет то, что может затмить наши ожидания, ведь тот, кто выходит в ринг вместо него, имеет гораздо больший голод к боям и желание занять свое место под солнцем. Приветствуем! Рамазан, Зумхо, Белокиев! Целеустремленный боец из Кабардино-Балкарии, города Нальчик. Его прозвище переводится как «каратель». И это, безусловно, придает особый шарм данному индивидууму. С 10 лет в боксе, с 18 в ММА. Добился звания мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Давно дебютировал на проспекте, но не смог добиться успеха. После чего он стал буквально жить в зале бокса и ждать второй шанс. Выскочил на хардкоре, где добыл победу нокаутом. И сегодня, выходя на замену, он хочет доказать, что по-настоящему силен. И его место в сене сильнейшей кулачной лиги мира. Аплодисменты Рамазану! Но сделать это ему будет непросто. Ведь на пути у него встанет настоящий отморозок Денис Пилипчук! Самый легендарный боец Топ-Дог Проспект, который выходит в этот ринг уже в 7-й раз. На его счету 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Поэтому сегодня чаша весов уже наконец-то качнется в какую-то сторону. Отморозок, гарант зрелища, который не знает шага назад. И даже потеряв все силы, он продолжает идти вперед, как заходит наш ринг под ваши громкие овации! Рад тебя видеть. Давай, поработаем. Так точно. Алимбет представляет уникальную программу лояльности, бонусы, купливайте ставки, получайте алимбеты, деньги на счет, правила знаете, правила не нарушают. Бонусы клуб Алимбет для тех, кому всегда мало. Главное событие сегодняшнего турнира – Рамазан Белокиев и Денис Пилипчук. Страсти накалены до предела, мы это видим. И вот такое начало сразу. Дважды справа попадает Рамазан. Много по затылку. Да-да-да, вот здесь команду надо слушать, не может растащить просто. Потерялся немножко Денис после пропущенных справа. О, сейчас слева точно висок от Рамазана. Очень активный размен, и здесь просто на борт закидывает своего противника Денис. Отпускаем. Какого-то нет здесь тактического противостояния. Да и зачем, когда здесь просто голый нерв. Да, подзадорил Денис своим выходом, конечно, оппонента. Столкновение лбами, там нужно было и рассечение получить, нужно быть аккуратнее. Да, подзадорил, а может быть и раскачал. Раскачало, да, вместо рукопожатия был сдвоенный справа от Рамазана. Но бой продолжается. Есть там небольшое повреждение под глазом уже у Рамазана от правой руки соперника. И продолжает Денис отрабатывать. Снова работа плечом. Акцентированный достаточно удар был плечом, сейчас справа. Попытался пробить Денис, проверяет корпус.
И вот небольшая пауза. Ближе. Снова пауза. Удар справа на расстоянии дистанции. Много клинча пролетает, ребята, свою дистанцию. Пока не могут найти удобную, нужную для того, чтобы доставать соперника в полной мере. Оба идут вперед. И размен справа направо. Левым боковым достает Рамазан сейчас. И снова попытка. И опять размен. Пошли драться, пошли рубиться, махаться. И удар после команды. Было. Конечно, Денис, нужно спокойнее быть. Но там после и Рамазан, в общем-то, стоп, судя по всему, попытался коленом атаковать. Колено. Минус балл. Минус балл за время. Колено. Файт. Очень эмоциональный бой, какой-то личный момент у ребят явно присутствует. Заходит опять довольно размашисто Рамазан. Видно, как готовит Денис свою атаку справа. Ближний бой у нас крутится в вальс, словно бойцы. Денис Анатольевич вмешивается и заканчивается раунд. Пропускает левый боковой. Левая рука падает, когда угадывает. Левую сосу. Через корпус. Ну, была небольшая пауза. Нарушение, снятые баллы. Смотрим. Не показали нам начало, но смотрим мы продолжение. Улыбается, как всегда, Денис. Ну вот, кстати, хорошо он действует на отходах, а когда он начинает также идти на противника вперед, который также нацелен двигаться на оппонента. Вот здесь была атака после команды. Колено вперед выставлял Рамазан. То есть оба нарушали правила-то в целом. Не удар был, согласись, ну, не удар, коленом. Не удар, да, нет, там нет. Как будто так пытался отодвинуть немножко Дениса. Рамазан, смотрим дальше. С джеба начинает сразу Денис. Откуда столько ненависти? Недавно же дали совсем тебе соперника. Попытка, по-моему, была пройти в ноги в исполнении Рамазана. Не боремся, да. Хороший совет от Дениса. Очень размашисто действует Рамазан, но примерно в той же манере работает и его соперник Денис. Что-то упало. Микрофон у ведущего. Не могут найти они, а мы смотрим бой. Толкает Рамазан. Пытался нанести удар справа после того, как разжал эти объятия, но вмешивается Денис Анатольевич. Да, вот опять же, мне не очень понятно, почему Денис работает вперед, когда он хорошо действует на отходах. И он может протягивать соперника, он может работать техничнее, но он нацелен на драку, он нацелен на размен. Ну что ж, так тому и быть. И достает сейчас. Я хочу сказать, что Денис за счет вот этих вот разменов выигрывал многих титулованных бойцов. Не выигрывал, а сводил уже проигранные противостояния в ничью. Вот именно завязывая. Но Денис полностью соответствует своему прозвищу сейчас. То есть для него нет каких-либо правил. И там уже начинает с углом противника разбираться Денис. Пилипчук, страсти просто на колено до предела. Поднимется Рамазан или нет? Вот в чем вопрос. 9 и... Не готов продолжать Рамазан. Это аут. Но, кстати, он же не попал вот этим нелегитимным ударом по сопернику. То есть Денис Анатольевич вовремя его оттолкнул. Все равно это было нарушение правил, так или иначе. Но удары, благодаря которым сейчас продолжает оставаться в этом положении Рамазан, были легитимны. Все верно. Причем мне не показалось, что они были достаточно жесткими. Со своего угла мне не было этого видно. Радуется Денис победе долгожданной. Теперь у него их три. Теперь у него поражения три, да. Начал он выступать еще с топ-дога номер 2 на голых ногах, заметьте, не проспекта. Успел подраться он с обоими братьями Мешковыми, то что Сушист и Пандек. Обоим проиграл, но показал блистательное выступление. Яростные, да, скучно никогда, да, не бывает. Никогда. Вот что не бой, то история. Что не бой, то драма. Вот сейчас, кстати, Денис Анатольевич разговаривает с Денисом Пилипчуком, рассказывая ему о недозволенности. Да, недоволен поведением своего и моего тезки, Денис Анатольевич. Ну, тут, в общем-то, есть почему выпускать критические стрелы. Смотрим, что же там пропустил Рамазан. Вот да, здесь удар. Нет, промахнулся нет, Денис, да. Вот этого удара не было, то есть Денис Анатольевич вовремя его оттащил. И Рамазан увернулся головой. Да, то есть... Пойти на середину.
на середину. В этом смертоносном сражении есть победитель техническим нокаутом во втором раунде. Им становится настоящий отморозок Денис Пилипчук! Денис, иди сюда. Пара у вас горячая, эмоциональная. На слова не жадная, поэтому микрофон не отдаю в руки. Говорим отсюда. Топ-дог, спасибо вам. Дай, пожалуйста, я не буду. Давай. Топ-дог, спасибо за турнир. 15-ю юбилейный забрали. Своему углу спасибо. Моему новому тренеру спасибо. Цинк уродов с вами. ЮБК я тоже. Крым вместе. Всем спасибо за подготовку. Заруба, спасибо. Помним, не забываем. Шиша, тебе тоже, дружище, от души. И тебе, Даник, спасибо. И Вось. Спасибо вам, пацаны. Турнир бомбовый, нечего сказать. Я, наверное, вернусь. Походу, там старички заскучали по мне, да? Я думаю, нужно кулачки, да, вернуться чуть-чуть. Зато, ну давай вернемся на кулачки. Астероид, я тебя до сих пор жду. Ну, я не знаю. Короче, я тебя жду. Давайте, если астероид согласен на кулачки, то вы с ним проведете. А так будем искать кого-то другого. Да, ищи кого-нибудь другого. Настоящий отморозок! Денис Пилипчук! Давайте возьмем. Рамазан, подходи, братец, сюда. Я думаю, что да, здесь нужно пожать друг другу ручки. Братик, я вижу недовольство, тебе есть что сказать. Прямо сейчас можешь ему прям все в лицо. Подожди, блин, два раза, три раза. Я чуть не подал на него, пошел на нокаут. То есть, что делаем? Вечером он был. Я хочу с ним по кулачке разориться. Давай. По кулачке или не по кулачке, мы это обсудим с нашим матчмейкером. В любом случае. Но, я так понял, говорить больше после боя тут всем нечего. Мы посмотрели с вами прекрасный турнир. Спасибо каждому из бойцов, кто выходил сегодня на эту арену.